Лазерные технологии в эстетической медицине применяются не одно десятилетие. Все эти годы ученые работали над тем, чтобы параметры эффективности и безопасности лазерных аппаратов стали более высокими. У аппаратов последнего поколения широкий спектр возможностей. Уникальность данной процедуры состоит в том, что помимо того, что улучшается качество кожи, мы можем получить усадку кожи на 20%. Также у этого аппарата есть такая процедура, как безоперационная блефаропластика. Проводя процедуру в периорбитальной области, мы уменьшаем кожный лоскут на 20%. Тем самым подтягивается верхний и нижний вид. Вектор задач, который решает лазерная косметология, довольно широк. Это коррекция рубцов и пигментации, сосудистых звездочек и расширенных пор. Ну и, конечно же, лазеры работают в таком направлении, как лифтинг и разглаживание морщин. Есть разные программы. Лазерный пилинг, лазерная шлифовка, коррекция рубцов, коррекция стрий. Процедура лазерного омоложения безболезненная. Она проводится с предварительным нанесением аппликационной анестезии с кремом. Поэтому сам процесс проведения не сопровождается какой-либо болью. Единственное, после процедуры пациент чувствует ощущение жара на лице, которое проходит в течение первых суток. Лазерные методики в нашей стране, как и во всем мире, применяются не одно десятилетие, но у них есть и ряд противопоказаний. Об этом врач-косметолог обязательно расскажет на предварительной консультации.